Добрый день. По поводу Жули. У Жули произошел летальный исход. К сожалению, те обстоятельства и те травмы, которые были получены у животного, и то время, которое она находилась с этими травмами, привели к ее гибели. Учитывая все ее показатели, которые выявились именно по анализам на момент поступления животного в клинику, можно было только по одному калию говорить о том, что, к сожалению, у животного достаточно низкие шансы, в принципе, от слова совсем их нету. Калий, когда у собаки проверяли, он был 17. При самой верхней границе, при которой останавливает сердце, это 7. То есть вы понимаете, насколько достаточно серьезно были последствия вот этой до ее проблемы, связанные с переломом позвоночника, который, к сожалению, первично не диагностировали. Вот. Учитывая то, что перелом позвоночника был по поясничному отделу, с перехода с грудного, там проходят отделы, которые отвечают за иннервацию мочевыделительных путей и желудочно-кишечного тракта, да, толстого отдела кишечника. И на фоне того, что долго был застой мочи, у нас произошла острая почечная недостаточность, которая в дальнейшем привела к полному поражению почек, да, там, потому что по анализам, помимо калия, который мы смотрели, креатинин, мочевина, фосфор были тоже в достаточно высоких значениях. Вот. На момент катетеризации собаки мы имели зловонный запах мочи из мочевого пузыря, больше похоже на тухлые яйца, что говорит о некротических процессах в мочевом пузыре. К сожалению, пациенты, которые являются пациентами неврологическими с переломом позвоночного столба, помощь нужна в кратчайшие сроки. Здесь, к сожалению, диагностика была недостаточно точная изначально, и проблема в том, что время по пациенту было потеряно, хотя мы прекрасно знаем историю с нашим Гришей, который, в принципе, достаточно быстро был стабилизирован. Да, к сожалению, у него повреждения тех же самых корешков, отходящих от спинного мозга, но при этом при всем собаке вернулась опороспособность. Как бы на данный момент проблемы с мочеиспусканием можно также решить. Вот, ну, здесь вот понятие того, что вовремя невыполненные анализы, вовремя непроведенный рентген позвоночника привел к таким последствиям. Первые двое суток – это самое критичное. Животное, как я знаю, до момента попадания Натальи прошло где-то около 10 суток. Так что, в принципе, смерть Жули – это достаточно прогнозируемый эффект, да, учитывая все ее показатели. Доброго времени суток всем. Добрые наши волшебники. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Ну, к сожалению, да. К сожалению, к моему большому сожалению, так случилось, что Жуля нас покинула. И у пушистых девочки облачков. Это, конечно, тяжелая очень утрата. Впервые за этот год ребенку не было оказано вовремя медицинская помощь, поэтому, к сожалению, так вот случилось. Но сейчас я хочу представить вам мою замечательную, любимую собачку Альфу. Альфа проживает со мной в приюте уже на протяжении 7 лет. Вообще история моего создания, моего уже приюта, да, я 9 лет занимаюсь волонтерской деятельностью, кормлю животных, спасаю, помогаю, но вот именно с вот этих щенков началось образование моего приюта. Это те собачки, которые в некоторых роликах рассказывала, когда мне из одной из деревень позвонили и попросили помощи. Маму и 11 щенков посадили в бочку, замуровали и подожгли. Мы вовремя не сказать, что мы совсем вовремя подоспели, потому что из 11 щенков мы спасли только 7. И многие еще продолжают жить в моем приюте. Это мои первые, скажем так, дети приюта. И в том числе Альфа. Альфа с рождения была удивительная собачка. Я всегда обращала внимание на то, что Альфа не умеет ходить.
И то, что у Альфы проблема с задними лапами. Она прыгает, как зайчик. И именно из-за Альфы я начала ласково называть всех своих собак мои любимые зайки. Вот. И на протяжении всего этого времени, то есть Альфа, ну, не живет полноценной жизнью, да, она не бегает, как все собаки, не резвится, она просто прыгает. И раньше, моя такая большая дружная семья, раньше у меня не было возможности в таком объеме лечить, спасать. Это только сейчас. Благодаря, конечно, большое огромное спасибо, еще раз говорю, Мариане, я всегда буду ее благодарить, это наш ангел. И благодаря только вам, моей такой большой дружной семье, с которой я познакомилась на YouTube-канале. Только благодаря вам мы сейчас спасаем огромное количество животных, потому что, еще раз говорю, я живу в городе мертвых душ. И вот теперь, благодаря к вам, я хочу обратиться с такой небольшой просьбой помочь Альфе понять ее причину. То есть сегодня четверг, мы записаны к Николаю Николаевичу на 4 часа. И даже когда я скинула видео Николаю Николаевичу, он сказал, ну, очень уникальный какой-то случай. Он говорит, Наталья, конечно, ехайте ко мне, посмотрим, что там за проблема. И еще обратите внимание, что у Альфы на каждой задней лапке по 7 пальцев. То есть, ну, это вообще какой-то нонсенс, понимаете? И я все 7 лет на нее смотрела, и мне всегда так было ее жалко, потому что все собачки резвятся, ну, как бы бегают, да. Но у Альфы нет такой возможности. Нет такой возможности, она просто прыгает. Она прыгает кругами. И очень мне, конечно, искренне всегда по-человечески было ее жалко. Но причем при этом Альфа у меня борец, она такая очень умница. Потому что после того, как их подожгли в бочке, Альфу еще и травили, были у меня там сложные истории в приюте, к сожалению, вот, и она тоже выжила, поэтому Альфа, борец, и моя такая большая дружная семья. Я, как всегда, обращаюсь к вам с просьбой помочь нам отвезти, ну, мы уже едем, ну, оплатить там рентгены, снимки, помочь нашей Альфушке в память о Жуле. Вот. И сегодня четверг, еще хочу сказать, что у нас не все очень так хорошо, потому что буквально за день до выхода ролика Гриша приболел. Гриша приболел, у нас 3 дня отказ от еды, на фоне чего я пока не знаю, с клиникой мы на связи, нас ждут, и клиника очень переживает за Гришу именно тоже очень сильно. Вот, поэтому, ну, вот такие не очень хорошие новости. Вот, из той суммы, что было собрано, пока у нас всего 68 тысяч, но я надеюсь, что мы дособираем все-таки нужную нам сумму, и вы нам, мои такие дорогие, уже родные мне люди, поможете. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.